Российские физики первыми в мире синтезировали 6 самых тяжелых элементов с атомными номерами со 113 по 118. Полученные результаты позволяют уточнить существующие модели ядра и ядерных реакций. Лучше понять химические свойства давно известных и повсеместно применяемых элементов, разобраться в том, каким образом электронное строение атомов и молекул определяет их конкретные химические свойства. Дальнейшее продвижение по периодической таблице может привести к образованию совсем новой группы элементов, G-элементов, начиная с элемента 121, с интересными свойствами.